Состоялась еще одна домашняя игра «Спарта-НТК». На этот раз противниками выступила команда из Венгрии «Цеглет». С этой командой «Спарта» уже знакома. Они встречались 3 ноября, но, к сожалению, тогда наши спортсменки потерпели поражение с довольно большой разницей – в минус 12 очков. На этот раз в планах «Спарты» было взять красивый реванш. Борьба разгорелась нешуточная. Первый период пролетел незаметно. Было заброшено много красивых мячей, но и соперницы показали отличную игру. Генеральный директор нашей команды Анна Архипова фон Калманович ни на секунду не отрывала взор от состязания. Все где-то в каких-то моментах очень сильно проявляются, но этого недостаточно для того, чтобы выиграть в сегодняшней игре. Разрыв в счете в пользу девушек из «Цегледа» то уменьшался, то вновь увеличивался. «Спарта-НТК» хоть и не выходила вперед, но отчаянно наступала соперницам на пятки. Нам нужно выиграть 2 оставшиеся игры. Если этого не происходит, то нужно будет считать очки в подгруппе. Но домашние игры всегда они как бы ценны тем, что есть шанс одержать победу над соперником. Но в этот раз одержать победу над соперником «Спарте» не удалось. И хотя видновчанки активно сопротивлялись по ходу всего поединка и навязали «Цегледу» упорную борьбу, все-таки не сумели догнать и перегнать более опытных оппоненток. Со счетом 66-79 впереди оказались венгерские баскетболистки.